реальность, первая позиция, да? Виртуальность и сюрреальность. И многое другое в самом сложном, почти невероятном соотношении, поскольку смысл бытия непостижим, он ускользающий звук. Вот его темперамент во всем. Это очень любопытная культура. Ренессанс душит искусство модернизма, которое восстало и пытается сбросить оковы. Конечно же, потому что фигура Христа, да, нечто непогрешимое. И играя с этим образом, ты выступаешь. Мне кажется, он глуп и слеп. Почему? То есть он самоуглублен. Да, именно. Это очень интересная мысль. Я к ней вернусь буквально через 5. Запомните ее. А можете аргумент привести? Стразы. Вы продаете билеты на великолепие? Я готов взять. Вот то же самое, как я, только голая. Спасибо. Что происходит в этом произведении Уильяма Шекспира, исходя только из афиш? Внимательно посмотрите на нее и предложите ваш вариант сюжета. Тут явно убийство женщины. Видимо. То есть, для начала, есть женщина? Есть женщина. Есть женщина. Да. Это уже хорошо, да? Как спокойнее. И есть убийство. Есть убийство. Акт насилия. Как они взаимосвязаны? Женщину убивают или женщина убивает? Как вам кажется? Я бы сказала, что женщину убивают. Почти исходя из чего вы это предлагаете? Это же сложно объяснить. Это вопрос кому? Ко мне? Относительно к предыдущему поколению, которое делает странные вещи, типа Кабакова, там эти концептуальная пустота, какие-то тексты, буквы, блин. Хочется вернуться к картине. Но вернуться к картине как таковой, какой она была до этого, зашкварно. Ренессанс душит искусство модернизма,